слушать сказку? Давным-давно, еще до жуткого датакрэша, Милитех построил себе секретный подземный город под нашим городом. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, это есть. Нет. Короче. Нет. Прощаться. Ну, дело. Долго. Только под Вову. И спас. Ну или позови. Или заключи. Ладно, иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Обязательно. Даже если придется сжечь нахер весь Найт-Сити. Какие люди и без охраны? А знаешь, что самое странное? Что? Они двигались. Привет, Ви. Опрокинешь последний стаканчик перед сном? Вакака, я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути. Но как оно? Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Не угадала. У тебя еще одна попытка. Джонни. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Я отвлек тебя от каких-то важных дел. Мне почему-то кажется, что этот разговор будет важнее. Тебе опять что-то нужно. Это дурной знак. Конечно, нужно. Больше мне и обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? К чему ты клонишь, Джонни? Просто вспомнилось. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль, только больше никому из Атлантиды так не повезло. Эй, народ! Закрываемся! Эй, ты чё? Баста. Мы еще не закончили! Нет, закончили! Да что творится-то? Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно,
Пойду еще поработаю, что ли? Что, весь клуб в нашем распоряжении? Хм, вот это сервис. Теперь говори, какого черта ты мне тут предъявляешь? Давай будем откровенны. Я знаю, что ты продалась корпоратам. То есть ты думаешь... Блять! С чего ты взял, что мне интересно твое ебаное мнение о том, как я работаю? Окей, хорошо. Я знаю, о ком ты сейчас думаешь. Об Адаме Смешере. Ты прав. Но не совсем. Ты погиб, а я не могла вечно носить траур. В нашем деле нет места сентиментальности, Джонни. Мы со Смешером работали на одних людей. Хуёво ли я поступила? Да. Был ли у меня выбор? Был. Жалею ли я? Да, очень сильно. Ты это хотел услышать? Ладно. Как говорится, кто старое помянет. Ну, тогда... Может, лучше поговорим о новом? Я же знаю, что ты пришел сюда не просто так. Это тело... Я в нем... Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю его, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. Ты прям так уверена? Да. С Альт было то же самое. Какое там чувство вины? Тебе вдруг просто стало немного неуютно. Мало ли, может, я изменился. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет, и Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от него отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных, Микоши. Единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэ. Арасака? Опять? Как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Ну охуеть. Вот что у вас теперь за мода такая? В кого ни плюнь, всем, блядь, нужен какой-то план. А раньше было не так? Раньше мы просто вынюхивали двухметровую дорожку. Брали стволы и делали, что хотели. И все получалось. И теперь у нас тоже получится. Подожди. У нас? Ты же не хочешь все пропустить? Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Найт-Сити. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи.
Сука, блядь. Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. В следующий раз в ебло получишь. Да ладно. Буду ждать. Правда, начальница будет недовольна, если я переломаю тебе кости. Бестия, что ли? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Бестия. Я тебя обожаю. Ну еще бы, Джонни. Иначе бы ты сюда не приперся. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Я же сказала, бери оборудование. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам, ну не маленький. Ладно, я понял. Так. Теперь скажи мне, какой у нас план? Окей, вставляй щепку. Цель – точка доступа к Микоши, в Арасака Тауэр. Надо дойти до лабораторий, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Арасака Тауэр – крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик «Стрикс». Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антигравы. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим.
Мы доберемся до лаборатории, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. Ха, ты не говорила про бомбардировщик. У женщин свои секреты. Да уж, тут одними красными Мидзутани не обойдешься. Как он у тебя оказался? Я лучше фиксер в городе, малыш. Сосредоточься лучше на плане. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока выпрыгивать из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбиты спутник Джуроджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Только не говори, что кроме бомбардировщика, ты еще и военный шаттл прикупила. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель? Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать Альт? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутник Карасаки. Ты что, все это придумала, пока я спал? Я придумала все это, пока ты был мертв. Контроль за системами связи придется очень кстати, если дело дойдет до новой корпоративной войны. Ни на чем невозможно заработать больше, чем на войне. У тебя контакты в Orbital Air? Да ты и правда королева фиксеров. Скажи спасибо. Я для тебя все лучшее собрала. Мне все равно надо поговорить с Альт. Я ее уговорю. Только не обострись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит, сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Карасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа в Микоши. Как тебе? Есть одна небольшая проблема. Обратного пути не будет. Ты готова сжечь все мосты? Само собой. Против тебя поднимется вся Арасака. Да, и Orbital Air, наверное, тоже. Но как бы так сказать, они сами пригрели змею у себя на груди. Так что? Что ты думаешь? Да в этом плане дырок больше, чем во всех кукольных домах Кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не такое творили. Бестия. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Аль. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Привет. Это ты хотел нырнуть, да? Да, вроде того. Круто. Вот твой костюм, надевай его и садись в кресло. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сам. Только технику мою не трогай.
Альт. Ты здесь? Я же сказала, Альт Каннингем больше нет. Я в это не верю. Что-то от нее точно осталось. Ты даже выглядишь, как она. Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли. Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт, совокупность данных. Я знаю тебя. Что значит «знаешь меня»? Как строчки кода. Тогда зачем разговаривать? Ты же и так все знаешь. Акция опережает реакцию. Ты сначала говоришь, а потом думаешь. Ты даже шутишь, как Альт. Это воспоминание о чувстве юмора Альт. И что еще ты знаешь? Весь комплекс твоих эмоций. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Ты разбираешься в спутниках? Один Юроджин из них... 0401. Я справлюсь. Бля, ты серьезно, что ли? Читаешь я мои мысли? Я согласна с планом. Так ты пройдешь в Арасака Тауэр. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь в Арасака Тауэр и найдешь порт в Микоше. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щепки. Я воспользуюсь бэкдором и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоши прекратит существовать. А вдруг что-то пойдет не так? Это не страшно? Страшно — неверное слово. А теперь поговорим серьезно. Ты же выпустишь из тюрьмы души. Получат они в конце концов свою свободу? Да. Нет, погоди. Ты явно что-то скрываешь. Говори прямо. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Придется тебе поверить. На этом все? Погоди, у меня еще вопрос. У меня нет времени на тебя. Знаешь, наверное, ты права. Альт больше нет. Но ты посмотри. Да пожалуйста, вали нахуй. Пиздец. Бумаги у Асукаги и Финча. Да, все нормально. Не волнуйся за меня. А теперь съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю. Готов? Вести. Кто это был? Мой сын. Вот это сейчас было неожиданно. Ты хочешь сказать, что... тебя... Личная жизнь? Да. И хватит об этом. Я спросила, ты готов или нет? Да, я готов.
Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас. Я любила этот бар. Буду скучать. На самый верх. Да, кстати. А что ты сказала Уэйленду про операцию? Только то, что он хотел знать. Про его долю. Интересно, и сколько сейчас получают за такую работу? Это тебя не касается. Сложно сказать, что ли? Для фиксера? Да. У меня свои правила. Привыкай. Милый. Уэйланд, можем лететь. Вас понял. Бестия. Что? Ты какая-то молчаливая. Все нормально? Просто не могу поверить, что мы на это решились. Как в старые времена, да? Во-во, как в старые времена. Знаешь, что мне нравится в Найт-Сити? Нет, расскажи. Смотри сам. Видишь? Сегодня ты валяешься в канаве, а завтра весь город лежит у твоих ног. Весь, сука, город! Да, и никто тебе не указ. Даже эти ебаные хуесосы. Не знаю, чего мы добьемся, но на уши всех поднимем точно. Пора еще раз сыграть этому городу по бутку. И три. Ого, это был Джуроджин? Загадай желание. Эй, отвлекитесь, нас заметили. Твою мать. Что будем делать? Идем по плану. Жив еще? Службы безопасности занять свои посты. Уэйланд остался в Аве. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел?
Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим, никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэлленду. Ясно. Охрана. Берегитесь, готовит взлом! Смотрит в терминал. Можем ускользнуть и не украдить всех. Решай, что делаем, я за тобой. Разъебем их! Контакт! Соберись, пожалуйста! Все в сборе. Начинаем. Уэйлон, ты меня слышишь? Слышу. Я возьму того, что у дверей. Одному на каждого. У него Джонни, демоны! Выбирай своего. Я под обстрелом! Вокруг нас. Не сейчас. Выбираемся отсюда. Живей. Вон того, видите? Их глаз. У него есть ключ доступа. Джонни, он твой. Тихо и осторожно. Эй, боец! Как говорила Спайдер, а что у нас под декой завалялось? Давай забирай у него ключ доступа и будем искать лифт. Есть ключ доступа. Идем к лифту. А, да ты напрасно! Стреляй, стреляй, я сейчас! Сейчас тут станет жарко. Все?
Атриум. Надо же. Всего месяц назад я встречалась здесь с Мичико Арасакой. Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился, повзрослел. А ты по-прежнему лучше. Так, комнаты охраны расположены этажом ниже. Надо как-то до них добраться. Лифты все еще заблочены. Придется прыгать. И долго лететь. Потому я и просила тебя взять антигравы. Увидимся внизу. Куда теперь? Ищем лифт в лаборатории. Это самый короткий путь к Микоши. Прикрываю! Блять, ненавижу это! У них тяжелое оружие! Включай Каннингем через порт. Так мы эту дверь не откроем. Стоит поискать тут контрольный терминал. Готово. Подключаю Альт. Пора выпускать твою хакершу. Пусть покажет, на что способна. Эй, ты же знаешь. Ты всегда была для меня единственной. Знаю. Жаль, что ты этого не знал. Ну, могло быть и хуже. Альт здесь. Думаешь, она сможет пробить лед? Система охраны взломана. Я перехватила контроль над зданием. Путь в Микоши открыт. В лифт! Живо!
Ого. Зал сетевых операций. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями. Не знаю, Джонни, сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончай уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Нетранеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет великая. Видимо, он побежал, и его срезала очередью. Блять. Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем, там за дверью будет спуск вниз. Кажется, нам здесь делать уже нечего. Я готовлюсь отразить атаку на транеров, которые пытаются сюда пробиться. Вам придется продолжить без меня. Поторопитесь. Следом за вами идет отряд лучших солдат Арасаки. Давай, двигаем. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородкой. Нельзя повернуть время вспять, Джонни. Но всегда можно начать сначала. Yeah.
Не позорься! Не позорься! Погнали!
Бестия была намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Бестия хотела тебя прикончить. И, наконец-таки, ей это удалось. Что за бред? Я убил эту старую суку. Завали, Смешер. Она вышла из игры на своих условиях. Тебе этого никогда не понять.
Бестия. Ты была лучше всех. Всегда. Мой отец говорил, что если бы ему надо было взять на необитаемый остров кого-то одного, он взял бы Бестию. Их пока... Коленье было сделано из другого теста. Эй, Уэйланд. Чего, парень? Ты хороший мужик. Удачи, Сильвермен. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней, войди в сеть и найди меня на той стороне. Thank you.
Тогда покину я телесный мир. Вернет мой дух эллинский ювелир. В обличье филигранной птицы. Золотой фигурки то большая честь. Помочь монарху пробудиться. Или на золотое дерево воссесть. И петь почтенным византийцам. О том, что было, будет или есть. Привет, Ви. Соскучился? Я бы так не сказал. Я вырубился и очнулся уже тут. Что-то пропустил? Бестия погибла. Ее убил Смешер. Мне жаль. Не стоит. Она погибла за меня, а не за тебя. С моим телом все нормально? Да, ждет в подвале Арасака Тауэр. Я подключил его к сети. Я догадался. Твоя девушка уже давно пропалывает мне мозги душегубом. Альт, ты где вообще? Может, поздороваешься? Я теперь энграмма. Ёбаный конструкт. Ну, добро пожаловать в клуб. Альт, ау, ты здесь? Она сказала, что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать, бла-бла-бла, хуё-моё. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет, скинула данные за секунду. Неважно. Она еще сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу. А потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Да блять, в смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тело. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс, и иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Блять. Прямо с языка снял. Как же так? Что теперь? Погоди, надо подумать. Все будет хорошо, Ви. Мы что-нибудь придумаем. Я же попросил тебя, Джонни. Не пизди. Альт, ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять, а он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Альт,
Дай нам минуту. Будешь уговаривать меня согласиться? Зачем? Чтобы совесть успокоить? Ты и так можешь делать с моим телом, что хочешь. Ты мой друг, Ви. Я бы никогда так с тобой не поступил. Ты же знаешь. Я бы не отказался пожить еще немного. Джонни, друг. Альт, что мне делать? Просто войди в колодец. Ты переродишься в теле Ви, а сам он станет частью меня. Знаешь, Джонни, я рад, что встретил тебя. Прости меня, если сможешь. Но мне хочется еще пожить. Я просто не вижу другого выхода. Предназначено мне. Я не хочу тянуть тебя за собой в могилу. Джонни. Вот только не усложняй, ладно? Просто не забывай, как мы тусовали. Вот так мне нравится гораздо больше. Черт, надо собираться. И пора перестать говорить с тобой, Ви. Can you feel it? Это тут лучше не оставлять.
немного, но мне больше и не надо. Еще есть немного времени. Как раз успею вас навестить. Нужна будет тачка. Стив, поговорю со Стивом. Ох, Ви. Ричард Найт. Это, сука, мой город. Открывай. Привет. Привет, мужик. Что-то случилось? Я вот послушал новый альбом Curtis Metal Hands. Первые 4 трека гениальные. Ты аккорды-то учишь? Хватает времени? Да, только без толку. Плавно играть вообще не выходит. Практика, Чумба. Все решает практика. Рано или поздно перестанешь об этом думать, и начнет получаться само. Я тут разучивал один кусок. Хочешь, сыграю? Давай не сейчас. У меня мало времени. Ну и синяк. Где это ты так опиздюлился? Да, так. Батя твой? Да я его забыл разбудить на работу, так что вроде как сам виноват. Зайди потом, возьми мой будильник. Дверь открыта. А тебе он что, не нужен? Да он, сука, бесит меня. Нужна тачка на день и хороший водитель. Надо уладить пару дел в городе. Не вопрос, я довезу. Мама бесится, когда я не говорю, что ухожу. Хотя даже когда я говорю, она все равно не слышит. Пошли. Слушай, есть вопрос. Что сделать, чтобы пальцы не так болели, когда много играешь? Ничего. Металлические струны врезаются в пальцы. Пальцы болят. Так что смирись. Не переживай. Вот поиграешь подольше. Мозоли затвердят. Ты чего это делаешь, засранец? Ухожу. Куда? Никуда. Я только на минутку. Сейчас вернусь. А ну-ка, живо назад! Никуда ты не пойдешь! Нечего шляться, слышал? Бля, ты что, опять мои ключи спер? А ну домой, засранец! Хули тебе... Не трогай его и следи за выражениями. А ты уебывай! Что, типа, крутой? Ты такой же абсос, как и все мы! Хочешь рискнуть? Ну давай. Некогда мне хуетой заниматься. А это вообще кто? Да хуй его знает. Бомж какой-то. Они все на одно лицо.
Вот, блин, он так испугался, что ты ему наваляешь. Правда? Извини. Ты чего? Какое извини? Я бы хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. Садись. Сына надо держать в строгости. Вот бы я мог ему вломить. Хочу быть сильным, как ты. Когда-нибудь будешь, а может и посильнее. Но надеюсь, к тому времени ты сам увидишь, что он того не стоит. Почему? Ты поймешь, что он слаб, и тебе станет его жалко. Куда едем? В машину времени. О, я там один раз видел Керри Евродина. Ты что, фанат? Конечно! Он же легенда! А ты что, не фанат? Керри клевый. Я слушал передачу по радио. Там говорили, что всю свою славу он заработал на смерти Джонни Сильверхенда. Да ладно. Журналисты тебе еще и не такой херню говорят. Особенно музыкальные. Главное, что Керри – настоящий профессионал. Он живой, искренний во всем, что делает. Звучит так, как будто вы с ним знакомы. Так и есть. Я тоже когда-нибудь стану музыкантом. Хорошо бы уметь что-нибудь еще. Что? Что-то, чем можно заработать на жизнь. Это не даст тебе скатиться в отчаяние. И просто не даст скатиться. Музыка у тебя и так есть. Она как кровь, никуда не денется. Ха. Только учти, это не самая простая профессия. Да, да, знаю. Надо много работать, заниматься. Да, это сначала. А потом будет еще тяжелее. Критики, хейтеры. На тебя постоянно оказывают давление. Живешь в бешеном ритме. Не все выдерживают. Начинай писать песни. Если не будешь халявить, со временем начнет получаться что-то путное. Чем раньше начнешь, тем лучше. У меня есть уже в голове пара мелодий. Круто. Со словами только плохо. Все, что я придумываю, или уже было, или звучит по-идиотски. Я просто не представляю, о чем писать. Пиши о том, что знаешь. Это золотое правило. И не только для песен. Так я же почти ничего не знаю. Разве что наш блок. Ну, во-первых, ты гонишь. А во-вторых, жизнь в блоке чем не тема для песни. А в-третьих, всегда есть еще третье. В-третьих, ты еще мал. Не торопись, идеи появятся. Жизнь тебя и потреплет, и приласкает. А музыка придет сама. Your cursed black soul is listening to 96.1 Retro. Ну все, приехали. Ага. Подождешь минутку? Не, я с тобой. Посмотрю, что новенького вышло. Я могу чем-нибудь помочь? Говорят... У вас тут бывает Керри Евродин. Наверное, ничего нового. Сейчас гляну. Это лучший музыкальный магазин в Найт-Сити. Тут все бывают. А знаете, почему еще? Еще не знаю, но... Кажется, сейчас выясню. Потому что я не шпионю. Никому не продаю инфу. И не распускаю сплетни. Так чем вам помочь? Я ищу гитару. Электрическую. Смотрите. Мне нужно что-нибудь приличное. А с этими что не так? Это все детские поделки из непросушенного шпона, которые кое-как склеили на коленке. Играть можно, просто уметь надо. Важнее всего звукосниматели.
С ними у гитары должно быть все в порядке. А уж как она выглядит, мне насрать. Окей. Дребезжат, потому что гриф плохо вкручен. Отверточкой можно поправить. Безобидно, мне нужна настоящая гитара. У меня есть на нее деньги. А, так бы сразу и сказали. Пойдемте. И я с вами. Окей, может, научишься чему? Как вам? Вау! Охренеть справа просто! И слева новые хроматиксы и Хендерсоны. Винтажные модели сзади. Тензор Парадис. Это что, реплика? Настоящая, конечно. Ей, наверное, уже больше 100 лет. Смотри, у нее гриф на болтах и двойной хамбакер. Красота. Классика. И баланс идеальный. Держать одно удовольствие. Делу Сорфин? Не подделка? Сами гляньте. Спокойно, я просто спрашиваю. Вроде настоящая, хорошо сохранилась. Сколько ей лет? 70? Ха, больше 90. Порожки из черного дерева. Попробую вот эту. Конечно. Вы тут, в общем, смотрите, пробуйте, а я пойду. А то у меня вынесут пол магазина. Слышу, чтоб кто-то так играл Сильверхенда. Я читал, что он вообще ни у кого не учился. Просто сам до всего дошел и придумал свой стиль. Как ты это делаешь? Ты играешь прямо как он. У тебя хороший слух. Сильверхенда не подделаешь. Но ты же можешь. Я слышал. Видимо, есть во мне что-то от него. А может... Я и есть Джонни. Чего? Слушай, Джонни было бы сейчас 100 миллионов лет, а ты совсем молодой. Да понимаешь, это просто тело. Такое уж мне попалось. А внутри я тот, кто я есть. Ну да, ну да. Кажется, ты еще больше психонав, чем я. Лучше объясни, как ты это делаешь. Забей. Лучше придумай собственный стиль. Для этого просто нужно много практики. И талант. Талант у тебя есть. Да? Ты правда так думаешь? А ты думаешь, у тебя не получается? Немного самокритики всегда полезно. Тут не поспоришь. Но верить в свои силы гораздо важнее. Боюсь, никогда мне не стать настоящим рокером. Да ладно, выше нос. Ну, конечно. Я теперь не говорю того, чего не думаю. Самый лучший день. Черт, аж руки трясутся. Рокеры-мятежники, они всегда говорят прямо. Попробовал я так с отцом. Это плохо кончилось. Со временем ты узнаешь, кто ты на самом деле. И чего хочешь от этого мира. Не понимаю. Хочешь быть мятежником? Сначала пойми, кто ты. Будь собой. Мятежниками не рождаются. Мятежниками становятся только после того, как судьба тебя как следует отмудохает. Ты странный. Но ты мне нравишься. Да, ты мне тоже, малыш.
Сыграешь еще? Нет, нет времени. Пора платить и дельтовать отсюда. Возьму вот это. Классный выбор. Рада, что она попала в хорошие руки. Может, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Пожалуйста. Пока. Дельтуем отсюда. Осталось еще пара дел. Ладно.